Привет всем, вы на канале Beer и Game, мы продолжаем проходить игру Гарри Поттер и Принц Полукровка. Вот, остановились мы с вами на задании вот котле, да, и я не знаю, успею я сейчас его сделать или нет. Работа серьезная. Да, как там выливать-то, я забыла. Да? А, я забыла, как выливать. Ой, вот так вот. Какое же там... Я забыла, представляешь, чем выливать? Да. И я забыл. И стоп. За интересным делом. Мы ничего не сварили, в общем. Я забыла, как пользоваться. Как там пользоваться? Давай посмотрим. Заклинание настройки. А, нет. Блин, а где написано, как пользоваться? Заклинание. Чары. Нет, это не то. Видимо, вот этой фигней, наверное. Сейчас попробуем. Так, давайте заново поедем, пока не сдадим. Точно, точно. We are here. Все. Да. Слишком много дыма, Гарри. Дрёмоносные бобы. Какие? Давай, помогай мне тоже находить эти банки. Надо? Вот бутылка, ты бери, вот она. О! Она подойдет? Подойдет. Так, один так, готов. Подогреть до фиолетового цвета. Все. Теперь белая бутылочка. Белая. Надеюсь, это белая. До красного. Красный подогреть. А мы делаем, кстати, с вами напиток живой смерти. Смотрите, да? Как интересно. До зеленого. Все, зеленый. Теперь красный. Мозг ленивца. Как что? Мозг ленивца? Где мозг ленивца? Да, он красный какой-то. А, нет. Нет, смотри, они все отличаются, да, поэтому. Еще. Так, теперь опять подогреть. Вообще не пока не выезжай. До оранжевого, все, готово. А, теперь до белого, понятно. Теперь вот такую надо взять, да? До зеленого. Белого. А, до зеленого. Остановились мы с вами вот на таком вот интересном задании. Вот она, слизь. Слизь, ее. Червяк бегал, оставлял слизь, а не слизь, оскрябывали. Бедные работяги-то какие, гномики. Вот это, наверное, полынь. Она, да? Нет, черная бутылка вроде. Почему черная? Ну давай это. Ой-ой-ой. А может? Гонетика дым, мой мальчик. Не та. Мой мальчик. Давай вот это. Мой мальчик. Мальчик гейма. До желтого. Все сделали. Теперь вот такую штуку, да? Синенький. До зеленого. Опять я надымила. О, все, она готова. Ну что там у меня за оценка будет? Двойка, наверное. С минусом. Неплохо, мисс Грейнджер. О, отлично, Гарри. Вижу, вы унаследовали талант своей матери. Она была мастерицей по зельям. Вот вам приз, как обещано. Флакончик удачи. Используйте его с толком. Да, это нелегальные на самом деле вещи. Которые так вот отдают, да? Чисто на контрольный, где-нибудь еще можно использовать, да? В банке. Да, в банке. Сграбить миллиард долларов. Выйдите. А, ну и найдите Рона, там что-то такое. Это у нас задание, да, следующее? Угу, да. А я тут шарики посмотрю, есть ли вот там что-то есть. Шарики, шарики, лошарики. Давай, иди сюда. Вот, не знаю, вот здесь кругленькая фигня. Ой. О, прокатился даже. Зашибись, да ты конёк-горбунок, ёбок. Фигурист. Отлично будешь. Где когда... выход? Мракоборец на коньках. Это кто? Пупок, ты кто? Я думал, это Невил. Это а не что Невил. С твоим лицом-то, ёбок? Это какой-то... Араб, это... что ли? Как ты вранец, что ли? А, нет, это гриффиндорец, смотри-ка ты. Ты смотришь нас таким злобным взглядом. Вот, это вот, наверное, выход. Провалиться мне на месте, Гарри. Ты что, зубрил все лето, как Гермиона? Нет, это учебник, который мне дали. Там на полях есть заметки. Я просто делал, как там написано. Ну и зачем тебе зелье удачи? Эту книгу мог взять и я. Жесть, вот это Рон. На мой экземпляр явно кого-то стошнил. О, это же... Гарри Поттер? Слушай, он не обсуждает пророчества. Он не обсуждает, что пишет в пророке. И он не дает автографы. Так что обломись. Нет,
Тебя просили вступить в дуэльный клуб Гриффиндора в большом зале. Ой, да, спасибо. Извини. Все хорошо. Профессор МакГонагал просила передать, что за этим портретом есть короткий проход в большой зал. О. Пароль «Знание сила». Уже поменялся пароль. Дуэльный клуб? Да ты там всех побьешь. Как и любой участник ОД. Пойдем посмотрим, кто из них вступил в клуб. Все, наверное, вступили. Привет, 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 ты кто там? Нормально. Знакомый какой-то? Порядок. А, нормально, да. Хмырёвский. Порядок. Давай, вот, знакомая картина, да, у нас? Может? Знание и сила. Знание, это, та-та-та. Привет. Ребят, вы чем здесь занимаетесь? Знание, сила. Сила. Самая сильная сила. Опа, как где тут голос? Какой-то бред. А это эти... Они поменялись суховертками. Да, жесть. Это Клайвач. Что за фигня? Тут голос а как был... как пройти-то нам в большой зал? Я не знаю, как вон, большой зал. Стоп, стоп, стоп. А это зелеварение. Большой зал, так он внизу, наверное. Да, наверное, он где-то внизу. Ёпа, здесь следов-то и нету больше. Шарик тут думай сам нахрен. Первый этаж. Ладно, пособираем пока шарики. Не зря шарики. Маленькие щиты, да, такие. Бегаем. О, еще щит какой-то собрали. 9 щитов собрали. Где навигатор? Эй, куда улетели? Ну что ж такое-то? Рон, хоть бы подсказал, куда идти. Рон, вот тут тебе физиономию-то сделали. Как мне такой хрюнди. Ну, в любом случае, скорее всего, нам вниз идти. Мы не сойдем. Вот отлично. Дуэль, где-то мы в какой-то части были дуэли. Помнишь, мы как-то вниз пробежали. Вниз, вниз. А здесь мы половые вещи собирали вроде. Это что такое? Тролль, что ли? Ю, не, это какой-то железный пузатый. Тут, да, только пузатые могут влезть. Именно под такую фигуру делали. Доспехи. Это явно не человек какой-то, не прям большой. Урон, спроси, может он скажет, где этот кабинет. А у нас на карте больше нет, нельзя отмечать следов. Понятно, ты только хрюкаешь. И чё? Точно! Дверь же закрыта! Одну секунду. Позабыли мы. Вот кого надо вызывать. Может, было бы постучать. Не можешь открыть дверь? Так? Так! О, спасибо. Очень мило с вашей стороны. Кого-то он там прижал к стене, задушил. Тут Филч, наверное. Спасибо, Ник. Ерунда. Если что-нибудь будет надо, зовите меня. Что угодно, в любой момент. Спасибо. Значит, Н, точно, Н. Жмем Н, тогда он нам поможет найти. Он у нас следы теперь. Похоже, Ангус Мэтлок тут главный. Ангус? Давай ой, спросим Ангус. Его, что нам делать. Поговорите с капитаном дуэльного клуба Гриффиндора. А, понятно. Давай поговорим. Мы получили приглашение в дуэльный клуб. Да, ты нужен нам, Гарри. Дамблдор снова открыл клуб. Не хотелось бы, чтобы Слизерин нас победил. Что я должен делать? Покажи нам пример дуэли, чтобы другие поняли, что это такое. Для тебя это проще простого. Ты же будешь сражаться не сам знаешь с кем, а просто с другим гриффиндорцем. Хорошо. Начнем с самого легкого. Наложи на Рона заклятие остолбеней. Готов? Давай на счет три. Раз, два, три. Давай! Как это? Атаковать с помощью заклинания столбеней. Еще раз. Да. А, легко, просто нажать на мышку. Ого, Гарри, для меня большая честь наблюдать за тобой. О, шеф, шеф, босс! Первокурсники, внимание сюда! Гарри покажет нам, как уклоняться от удара. Рон, ты нападаешь, Гарри, ты уклоняешься. Ей лику, чтобы уклониться. О, и мышку жму. А, надо просто уклониться. Отлично, Гарри. Зашибись. Рон, ты еще наступаешь. Кроме уклонения, эй ты, не отвлекайся. Переходим к Экспеллиармусу. Очень полезное заклинание, если нужно быстрее закончить дуэль. Гарри, покажешь нам? А, просто крутить, даже не нажимать. Рон, извини, но вставай, ты у нас давай. Вроде подопытной хрюшки. Ты же хрюкаешь.
другое улице. Друга бьем. Могли бы другого подставить. Отлично, Гарри. Готов? Рон, теперь можешь сопротивляться. Бой проходит в 3 раунда. И пусть победит сильнейший. Давай, Гарри. Покажем им, что такое настоящая дуэль. Леди и джентльмены, мы наблюдаем дуэль за право вступить в дуэльный клуб Гриффиндора. Чё? Слева... Уклоняться, если Рональд что. Рональд Уизли. Я же говорю, Уизли. Давай, Рон. Справа мальчик, который выжил. Который сражался, сами знаете с кем. Возможно, избранный мальчик-легенда. Нео, матрица. Сейчас он полетит. Покажи, так, помню. Понятно, три штуки у нас, да? Опция, поклонись, так и надо. Ну давай, начнем. Ки-ки-ки. С другом сражаемся, если ё-моё. Если что, уклоняемся. Опа. Рон, что так близко, уклоняемся? Слишком близко ты подходишь. Ай-яй-яй, коко-джамбо-коко-джа. Есть. Иди отсюда. Давай, бомби его. Вот, давай. Мы не дадим ему. Фигачи, я уклоняюсь, фигачи, уклоняюсь. Слушай, ты чем меня там, Авада Кедавра кидаешь? Пупок, ты чё, лысый череп, что ли? Ты наш друг, не бойся, ну, пока враг. Лежать. Нет, ты не наш, ты наш, это подопытный, это хрюн. Пока он встает, мы его можем побить, представляете, всё. Как это удобно. Все, ты готов. А, еще один раунд. Мне понравилось, кстати, очень интересно. Да? Почему он к нам так близко подходит, вот этого я не понимаю. Давай. Эй, я ж уворачиваюсь. Давай. Давай, бомби, Рона. Рон, извини, ты сегодня будешь получать. Ты в нас Авада Кедавры кидаешь. Она зелененькая как раз. Интересно, в других ребят не может отлететь заклинание? Не, не может. Куда-то отлетает. Разработчики делали. Так, Гарри, давай, прыгай, уворачивайся. Смотри, он, когда я нажимаю, уворачивается, он не уворачивается. Ну надо, да, видимо, надо, когда не бьешь, тогда уворачиваться. Смотри, он стреляет, увернулась, я потом выкинула. А вон, ну тебе уже столько раз, ну да, так нечестно, когда он встанет. Все. Третий раунд, потом вплоть до 5-го. Хорошо, ну двух раундов хватило вполне. Четверочка, да? Пятерочка. А, нет, даже пятерочка. Замечательная самая пятерочка. Самая длинная цепочка 16. Финальный самая счет. Самая лучшая. Да, спасибо. Жетон новичкам везет. Классно. Наш победитель Гарри Поттер. Молодчина, Гарри. Как они его... Я с гордостью принимаю тебя в дуэльный клуб Гриффиндора. Приходи на тренировки, когда захочешь. Превышает. На доске объявлений можно записаться на дуэли. Вот оно как. Выйти из класса и найдите Рона. Куда он уже свалил, уже все свалили. Мы стоим, понимаете ли? Давай на доске запишемся, как думаешь. Можно записаться? Если это можно. А, вот, можно, смотри. Хочешь, запишись? Ну, давай запишемся. Это дуэль выбирать. Надо нам дуэль выбирать? Подеремся или как? А, не сейчас, что ли? Да. Не, сейчас тогда не будем. А сейчас Рона надо найдем. Дуэли мы выберем как-нибудь. Люмус. Ух ты! Люмус. Это фонарик. Люмус. Смотри, как классно. Фонаря. Привет, Гарри. Дамблдор просил передать тебе вот это. Ну и что с тобой опять случилось? Мы дрались на дуэли. Можно же все поправить за 2 секунды. Дамблдор пишет, ему нравятся кислотные леденцы? Что? Это пароль. В этом году Дамблдор будет давать мне частные уроки. Может, он хочет научить тебя каким-нибудь суперсильным защитным чарам? Ну, из-за пророчества. Пойдем, Рон. Я помогу тебе с домашним заданием по защите от темных искусств. Ну, да, давай. Походу к Дамблдору, да? Идите на первый урок в кабинет Дамблдора. Если что, Н. Птичка летает, смотри, как ты. Птичка, да. Ты что, сразу откладываешь на лицо? Вы поможете нам, Ник? Торопись, Гарри. Нельзя. Где он? Ищи профессора. Дамблдора ждать.
В дверь. В зал перед главным входом. Дверь? В зал перед главным... А, вот он, да, здесь. Так, подожди, подожди нас. Пупок, куда? Ты издеваешься, что ли? Как-то мы пришли, куда мы пришли? В зал перед главным входом. А, вот сюда надо было пройти. Угу. Всего-то лишь. Так, ну что, уже ночь, что ли? Вот здесь прям, смотри. Кислотные леденцы. Только не считается. Добрый вечер, Гарри. О, бородач, усач, волосач. В этих флаконах содержатся воспоминания о Волан-де-Морте. Вот это воспоминание о том, как я встретился с ним впервые. Ты ведь знаком с моим омутом памяти? Сегодня ты погрузишься в него со мной. И что не характерно, с моего разрешения. И увидишь Тома Редла до того, как он стал лордом Волан-де-Мортом. Угу. Я пришел пригласить его в Хогвартс. На Хагрида похож, да? Здравствуй, Том. Да. На худу... Ты худющего. Особенный, так ведь, Том? У тебя есть странный дар. Ты волшебник. Люциус. Да. Нет ли у тебя в коробке чужих вещей? Он воровал у других детей? Еще хуже. Из прошлого Волан-де-Морта можно узнать о нем очень много. Из прошлого, которое привело его в Хогвартс. И от наставника, с которым он сблизился. Слизнорд? Да, Гарри. Профессор Слизнорд водит дружбу со знаменитыми и влиятельными людьми. Он их коллекционирует. И вы хотите, чтобы он меня забрал? Да, Гарри. Будет полезно установить доверительные отношения с профессором Слизнордом. На сегодня все. Но мы еще поговорим. Торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Доступна новая территория. Угу. Загружает игра конец. Эй! Вы неудачники из команды гриффиндорских неудачников! Как образно! Сам придумал? Или Малфой подсказал? Посмотрим, как вы посмеетесь, когда ваша команда развалится. Неудачники! Смотри. Там... Я слышала, слизеринцы хотят сорвать наши отборочные соревнования. Пойдем быстрее, пока они не подстроили какую-нибудь пакость. Мракоборцы открыли все части замка. Давай пройдем через часовую башню, так будет быстрее. Пойдем. Стоп, смотри. Там наверху был щит. Помнишь, там его можно как-то брать, какой-то предмет брать и долбить по нему. Только здесь, по-моему, предмет рядом. Вот эту можешь четку взять и долбануть ею. Есть у нас что-нибудь? Подсвечник. Ни хрена нельзя, да? А вот этого рыцаря можно взять? Нельзя. Вон, видишь щит? Да его-то я вижу, но... Значит, что ничего здесь нельзя взять. Ну, пока нельзя, да. А вот табуретка. Разберемся. О, табуретка. То есть табуретка. Только смотри, она выше, чем вот эта вот. Не поднимается. Не поднимется? Блин, что ж такая тяжелая-то, ёп. Что ты такой уныло идешь? Не сдал? Ленивый идет. Да я не сдал, да. Этот же побежал только с другими волосиками. Ну, значит, не взять, да, не поднять. Ну, не взять, да, потом, может быть, соберем. О, ну так... Ты уже определился, какие будут отборочные испытания? Значит, нам за ней бежать, правильно? Лишь потому, что они и если что... В прошлом году. Такой подход – верный способ испортить команду. Только бы слизеринцы не сорвали нам пробы. В прошлой игре мы в квитч не играли, ёбок. Сейчас будешь летать и... искать нить. Да, будем учиться. О, птичка. Пасту. Надеюсь, ты соберешь хорошую команду. Ты соберешь. А она что, не собрана, что ли? А, наверное, проба у них, смотри. Да? Они, да, действительно. Он же сейчас Рона, походу, будет выбирать. Подожди, я там что ли забыла эту штуковину? Какую? Ёб, как носится. Ты как, да. Ты ля спортсмен. Нет, я не забыла. Давай, побежали. Она все равно быстрее не живет. Хорошо бегает. Часовая башня. Вот. О, помните, да? Да, часики. Крутили, накручивали. Давай, возьмем ключи. Так, 100, 10 и 150. Ну, получается, да, вот здесь у нас будут подсказки периодически. Сейчас мы бежим за этой героиней, она нас приведет куда? На поле. Да, на поле.
Потом, если что, Ника вызываем, хорошо, да, не заблудимся, это хорошо сделали разработчики, чтобы игра продвигалась как-то. И дуэли они сделали, да? Да, будем дуэли. Сделали квидич. А мясо с подливкой? А где мясо с подливкой? Куда ты ее унесли? Ну, ёп. Вкусно. Ёп. 11 часов. Вот там еще один. Маленькие козявочки. Тоже, пожалуйста, засчитайте. Опанзы. Подстава. Мракоборцы решили ее снова закрыть? Боже мой, как же вы попадете на испытание? Ты закрыл ее? Ага, увидимся, неудачники. Как же нам добраться до стадиона? Пен. О, поднять, походу, поднять надо ее, да? По-моему, надо починить рычаг. Репаро должно помочь. Давай, крутим, да, и зажимаем. Репаро! Опанзы. Он его вставит, зашибись. Хлоп. Чпок. Хорошо. Отлично. Ну и задам же я Гойлу. Вингардиум Левиоса. Вот так вот. Молодец. Это что за... О, появилось, зашибись. Отлично придумал с решеткой. Если тебе нужно срезать путь, проскочи за моим портретом. Тут же голос. Это здесь проход на стадион? Не совсем. Он ведет к большой лестнице, но... Живот всегда гладит, видишь? Отлично, спасибо. Она голодна. Если тебе еще раз нужно будет срезать путь, скажи «Прекрасный Кадоган». Поменялись пароли. Поменяем. Нам надо на стадион. Мясо с подливкой нам нужно. Вкусно. Да, пароль поменялся, уже по-старому мы не пройдем. Главное, так, сейчас я пособираю эти штучки. У нас песко сохранилось, да? И тоже деревца тут стоят, все тут стоит. Ага. А это что такое? Репаро. Это щит, походу, сломан. Да? О, зашли. Куда там? К нам сюда иди. Давай вот. К нам. Оказывается, они вот еще такие разломанные бывают. А вон там еще щит. Да? Да. Вон, видишь, подожди. Лежит. А, хорошо, заметил, да. Вот здесь можно пробежать. Ох, сколько много тут. Да хрень. Просто бежим и нажимаем, да? Да, выбиваем дурь. Вентом бегает. Вентом. А, ну что, давай, часы. Шифт или как там? Космос, щит, видишь. Оп, нифига такой толкнул задом, видел? Да, такой? Да, да. Такой, ты что здесь делаешь? Угу. Ага, подвинула, ты даешь. Так, а у нас там поле получается, да? Как ты просочился? Опять тварюга. Тупица. Посмотрим, как ты будешь играть за тупой Гриффиндор, когда столбенеешь. Опять драка, что ли? Уклоняться. Да что ты прикопался-то к нам, а? Лежать, 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 лежать. Ты нас достал уже. Давай, остолбеней, остолбеней. О, поближе хочешь подходить, или нельзя? О, как заклинание хорошо вылетает. Это в этой серии... В этой части игры очень хорошо сделали. Он даже не может встать. Упок, ты понимаешь, что ты попал? Иди нахрен оттуда, все получает. Сидеть нахрен. Пёсий сын. Удачник, Гойл. Убежал. Убедиться, что они больше ни на кого не напали. Такие какие-то мелкопакостные. Идите с Кэти к стадиону. Он где стадион? Упок, а где стадион? Чё ты не бежишь к нему? Где она там? Сейчас пойдем. Так, где он стадион? Давай, веди. Вот, наверное, стадион. Да. Стадион. Нет, там курятник. Удерживайте, что-то там держит. Курятник. Курятник, совий. Голый совий курятник. А вот она бежит, все-таки бежим за ней тогда. Сделали. Не знаю, добежим мы или не добежим. Хотя бы давай до стадиона добежим, он все. О! Блин, такого мы не видели, как бы. Сам включил.
Люмус. Еще один, смотри, собрали. Как классно, да? Они так быстро собираются. Угу. Хорошо. Оп. Да, тогда давай, было давай, с щитами давай. В какой-то иди, части. Иди, это как Геннадий Петрович. Застряло. Вот. И сколько много здесь шариков. Это маленькие щиты. Маленьких щитов, да. Ну где наш этот квадратус? Дионус. Предмета рядом нету, да? Mm-hmm. Прикольный какой предмет. Давай до стадиона добежим тогда и, как говорится, чу-чу-чу-чу. Нет, тут, наверное, все-таки как-то и полегче. И тайный ход главной лестницы. Да. Mm-hmm. Пока там, видимо, никого нет, что не стоит. О, хорошо. О! А! Один сказал «О», а он другая «А». Подожди-ка, щит можно взять? Как его взять? К себе его туда и забомбить. Так, почему нельзя-то? Готов встать на ворота, Уизли? Кстати, может, познакомишь меня с Грейнджер? Хотелось бы пообщаться с ней поплотнее, но ты понял. Они уже все стоят. Нам пора начинать. Отжить вообще как будто его призрак. Спасибо всем, кто пришел на пробы. Сегодня мы отбираем игроков в гриффиндорскую команду по квиддичу. И если вы были в сборной в прошлом году, это еще не гарантия, что вас примут в команду. Вот как. И тебя это касается? Дурак, что ли? Он капитан. Это еще ничего не значит. Он был хорошим ловцом, но, может быть, он был ранен, сражаясь с этими пожирателями смерти. Потерял форму. Давай, Гарри, покажи им, как это делается. Ты уже выступил классно. Пусть Маклагин сожрет свою метлу. Все, потом сожрет. Вот так вот. Нимбус. Угу. Сейчас полетаем, наверное, да? Да, там даже для ног у них есть такая штука. Да. Ну, пускай они пока полетают. Собирая звездочки, вы получите дополнительное время. Понятно. А, ну мы же уже летали. Все, тогда мы здесь тормознемся, вот на этом летуне. Если что. Собрать все звездочки, да? Прикольная часть вообще, мне она нравится. Здесь мы закончим. В следующей части мы продолжим летать. Так что подписывайтесь на канал, вступите в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайк, всем удачи, пока, смотрите наши прохождения. Пока.